Всем огромнейший привет, мои друзья! Декабрь подходит к концу, и пора подвести итоги. Пустые баночки, первая часть. И начать я хочу вот с такого тоника для лица от Sammy Beauty. Этот бренд можно ругать, можно его ненавидеть, но все-таки есть у него классные продукты. И в частности, это тоник для лица. Он приятный, он не липкий, он хорошо успокаивает кожу, он хорошо ее увлажняет. И это не первый мой флакончик, и я думаю, что не последний. А вот то, что мне абсолютно у них не нравится, так это гель для душа. Он невнятный, аромат какой-то вообще непонятный для меня. По очищающим свойствам, ну так, что-то средненькое. Я гель повторять не буду и вам тоже рекомендовать его не могу. Еще один гель для душа, который мне абсолютно не понравился. Это вот такой гель с ароматом кокоса. Кокосом он не пахнет вообще от слова совсем. И в его составе были какие-то светоотражающие частички, которые тоже, на мой взгляд, здесь были лишними. Я использовала этот гель как пену для ванны. И в качестве пены, в принципе, так я флакончик и добила. А вот, кстати, гель для душа от Dove, нежный скраб, мне безумно понравился. Он реально классный, и он хорошо работает и как скраб, и как гель для душа. Я прям даже не на мочалку, а просто на руку наносила этот продукт и уже затем распределяла по коже. Кожа была после душа просто наимягчайшая. Классный, и аромат тоже мне пришелся по душе. Следующее, что покажу, это гидрофильное масло от Mixit. Здесь я долго останавливаться не буду, потому что в прошлых пустых баночках я показывала аж две упаковки. Я стала использовать гидрофильное масло каждый раз, вне зависимости от того, наносила я макияж или не наносила. И так, мне кажется, кожа очищается лучше в плане того, что черные точки становятся практически незаметными. Увлажняющий крем для лица подошел у меня к концу. Вот такой достаточно базовый. Это дневной крем для комбинированной и жирной кожи лица. Крем мне в целом понравился. Он абсолютно не забивал поры, увлажнение давал. И в качестве такой базы под макияж работал неплохо. А на ночь я использовала крем для возрастной кожи от Mixit из вот этой их линейки. По-моему, эта линейка уже прям для возраста 55+. Ну, я, в принципе, использовала сама. А крем неплохой. Он, знаете, такой прям был взбитый, достаточно густой. И неплохо питал, восстанавливал кожу. Никакой негативной реакции я не заметила. Поры не забил, воспаление не вызвал. В целом, нормальная линейка. Сейчас я еще использую дневной крем из этой же серии, но думаю, что уже покажу его в январе. Безумно мне понравилась вот эта маска для лица от Чистой Линии. Она, девочки, реально хорошо очищает кожу, она приятно пахнет, она хоть и глиняная, но она не застывает на лице, не пересушивает кожу, работает прям на 5 с плюсом, я осталась ей довольна, обязательно повторю. А вот эту маску я все-таки до конца не поняла, это маска для питания кожи, для того, чтобы, наверное, восстановить, да, вот эту гидролипидную мантию, но эта маска вроде как и питала, но мне не хватало от нее действия. Здесь написано, что не требует смывания, но эту маску я все равно хотела со своего лица смыть. Она лежала каким-то толстым, жирненьким слоем, и мне это приносило дискомфорт. Вот эту маску повторять не буду, рекомендовать вам тоже не стану. Есть у Профки намного более крутые маски. Это, к сожалению, на двойку. Гель для умывания с пробиотиками от Сибирского здоровья оказался вообще каким-то волшебным. Какой же он крутой, девочки. Вот все-таки у Сибирского здоровья реально классные продукты. Да, возможно, сейчас ценник на них завышен, но оно того стоит. Этот гель классно очищал кожу, при этом он не пересушивал. Он был каким-то мягким и в то же время достаточно эффективным. Я видела, что мои поры, они глубоко очищены, что на коже не остается никаких загрязнений. Классный, я бы его с удовольствием повторила. По-моему, попадался мне он в каком-то
из боксов, но буду иметь в виду, возможно, себе закажу. Тоник для жирной и проблемной кожи от Organic Zone. Знаете, в чем преимущество этого тоника? То, что он идет с салициловой кислотой. И если у вас проблемная кожа, жирный блеск, расширенные поры, то на ночь использовать тоник с салициловой кислотой – это просто самое лучшее решение. Стоит он, кстати, абсолютно недорого. Попробовала я скраб для кожи головы от Клея, и вы знаете, мне он понравился, реально очень круто работает. От него как будто холодок по коже, и прям вот эта кристальная чистота, тотальная, я бы даже сказала, классно работает. Волосы объемные, чистые, они не так быстро грязнятся, и где-то раз в неделю я все-таки делаю пилинг для кожи головы, потому что я часто использую сухой шампунь, какие-то стайлинговые средства, и мне необходимо прям кожу очищать хорошо. Для этого подходит пилинг. Маска альгинатная для лица, которая вызвала у меня недоумение в том плане, что эта маска застывает какими-то комочками. На лице это смотрится ужасно, и наносить эту маску проблематично. Да, по эффекту вроде бы нормально, личико было свеженьким, кожа такой гладкой, но есть альгинатные маски намного и намного более комфортные в использовании, я бы так сказала. Скраб для губ, сахарный лайм, классный, это натуральная косметика Эльска, и этот скраб, он прям, знаете, такой жесткий, у него достаточно большие скрабирующие частички, но эти частички находятся в масле, и кожа губ не травмируется, зато очень хорошо отшелушиваются, все какие-то проблемки, сухие участки на губах становятся вообще просто незаметными, они пропадают, какие-то шелушения, сухость, и губы после этого скраба очень-очень объемные. Кстати, еще от этого же бренда у меня закончился крем для рук. Вот в такой вот баночке. Крем был достаточно жирный, использовала я его на ночь, и за ночь он хорошо ухаживал за кутикулой, восстанавливал кожу рук, но прям такое, знаете, как масло, что ли, я бы даже сказала. Если кожа рук сухая, то можно присмотреться. А так аромат у него был очень даже приятный. Покажу вам достаточно необычные средства, которые я не знаю даже рекомендовать или не рекомендовать. Это такой концентрат для ванны. Почему я сомневаюсь, рекомендовать или не рекомендовать? Дело в том, что здесь очень необычная текстура. Это как грязь с таким, я бы даже сказала, неприятным ароматом, но эффект по итогу от этой ванны есть. Действительно, как-то успокаиваешься, снимается напряжение. И даже если присутствует какая-то боль в мышцах, там что-то потянули, где-то что-то, какой-то зажим, вот это напряжение, все это классно уходит. Но, конечно, сам продукт, он нереально интересный. И аромат, и внешний вид, все это, конечно, под вопросом. Но, возможно, я закажу. Брала я, кстати, на Озон. Были какие-то бешеные скидки и решила попробовать. Я тогда взяла, по-моему, 4 упаковки. И вот прям курсом, девочки, хорошо. По сути, тот же самый эффект дает и английская соль, поэтому тут уже выбирайте сами. Если хотите попробовать такой концентрат, то от него эффект есть. Ну и такой же эффект можно от соли получить и при этом не мучиться от неприятного аромата и текстуры. Скраб для тела подошел к концу, вот такой с Wildberries. Приятно пах конфетками, это сахарный скраб. В принципе, мне понравился, он хорошо полировал кожу, хорошо скрабировал, аромат на теле оставался такой сладенькой конфетки, сжёного сахара, приятный, возможно, я когда-нибудь закажу. А вот то, что я уже себе заказала, это крем-гель для интимной гигиены от Mixit. Хороший, очищает, стоит абсолютно недорого, никакого дискомфорта не вызывает. И мне нравится такая упаковочка, достаточно симпатичная, хватает надолго гель, потому что достаточно густой и хорошо пенится. Давайте пробежимся по маскам для лица. В этот раз их, кстати, на удивление, совсем немного.
Попробовала я вот такую гидрогелевую маску для губ, но, на мой взгляд, это абсолютнейшее баловство. Какого-то суперэффекта я не увидела. Лучше воспользоваться хорошим скрабом для губ и питательным бальзамом. Эффект будет намного лучше. Здесь такое баловство, да, масочка приятная, она приятно пахнет, такая прям в форме губ, но супер действие я, к сожалению, от этой маски не увидела. Маска с коллагеном, а вот такая корейская, очень приятная. Мне она понравилась, липкости после себя не оставляла. Также вот эта маска для лифтинга тоже меня полностью удовлетворила. Она и кожу увлажняет, и такую свежесть придает, хорошая. Ну, маски от Life Code я люблю, они самые, на мой взгляд, крутые. Эти маски намного лучше, чем вот эти две предыдущие. Реально очень-очень хорошие. Кстати, попробовала я вот такую сыворотку от Uriage, и у меня просто недоумение. Это что-то силиконистое, что-то непонятное. Эффекта я не заметила. Но здесь, конечно, было на одно применение, может быть, от курса, да, был бы какой-то результат, но сама текстура меня смутила, это просто какой-то голый силикон. Ну и вот такая масочка с витамином, тоже вам про нее уже не один раз рассказывала, в принципе, маска нормальная. Обожаю отбеливающую зубную пасту от Faberlic, безумно круто работает, она действительно осветляет эмаль на 1-2 тона, но это осветление вы заметите, и это заметят окружающие. Также я люблю зубные пасты от BioRepair. Стоит, конечно, полноразмерка, на мой взгляд, неоправданно дорого, но вот такие миниатюрки часто попадаются в боксах, и я с удовольствием ими пользуюсь. Добила я сыворотку для лица. Это от Kate Moore. Сыворотка, такой бренд есть наш российский, сыворотка омолаживающая, в целом она приятная, я наносила ее в своем вечернем уходе, разглаживала кожу, питала, тоже не заметила, чтобы это средство как-то забивало поры, в целом в декабре у меня кожа была прям тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, в очень хорошем состоянии. Любимейшее, любимейшее просто мыло для рук от Mixit. Именно вот это. Мне нравится и упаковка достаточно такая симпатичная и удобная. Хорошо работает дозатор и аромат тоже классный. Ручки очищает, не сушит. Заказываю часто и вот буквально вчера делала заказ. Тоже это мыло в корзину положила. Из линейки Spa Rituals закончился шампунь с кератином, макадамией и органой. Эта линейка, девочки, классная. У меня сейчас еще бальзам в ванной. Никак не могу его добить. Он какой-то, знаете, прям густой, достаточно питательный, как маска работает. А вот шампунь подошел к концу. Мне он нравился. От него волосы были не прилизанные, но в то же время они были увлажненные, напитанные, блестящие. И у этой линейки очень приятный аромат ванили и такого сахара, какой-то даже, наверное, выпечки. Классная серия, попробуйте. Также люблю вот этот гель для душа с кокосом. Приятно пахнет, он кремово-гелевый, не сушит, очень комфортный, хорошо пенится. И даже как пену для ванны его можно использовать. Пена получается просто очень-очень много. Давайте пробежимся по антиперспирантам. Мужской от Faberlic из линейки Ideo. Безумно круто пахнет, я даже иногда пользовалась им сама, мне настолько понравился этот освежающий аромат. Также из таких вот спреев закончился Rexona у меня. Аромат здесь тоже приятный, но он очень насыщенный, я прям его ощущала весь день. А по свойствам и один, и другой антиперспирант, конечно, хорошие, защищают на весь день. Из шариковых нравится мне вот этот от Mixit. Реально хорошо защищает. Вообще никаких проблем в течение дня. И быстро достаточно высыхает на коже. И к тому же аромат тоже такой, знаете, достаточно приятненький. Стоит он у Mixit где-то рублей 150. А иногда даже бывает и скидки, и того дешевле. Так, ополаскиватель для полости рта Парадонтол подошел к концу, брала на каком-то маркетплейсе, уже точно не помню, была хорошая акция. В целом неплохо, со своей задачей справляется. И также, по-моему, на
Озон я брала вот такой сплат с травами. Мне он понравился чуть больше в плане именно по вкусовым ощущениям, а так работает он, ну, примерно так же, как и парадонтол. Закончилось средство для снятия лака от Северина. Хоть и написано, что это для снятия гель-лака, но я гель-лак не наношу, а пользуюсь обычным лаком. Смывала это средство прям все, любой лак, и с блестками, и песочек, и вообще все-все-все лаки, все виды лаков, и при этом не травмировала ногтевую пластину. Поэтому присмотритесь, 300 мл хватает, в принципе, надолго. Мужской шампунь от Клея с ароматом, по-моему, это с ароматом шоколада, да, с ароматом темного шоколада. Неплохой шампунь, но вообще шампуни Клея нашей семье нравятся, и я тоже с удовольствием пользуюсь, они реально хорошие. Тушь для ресниц подошла к концу, это Faberlic, вот эта вот знаменитая тушь. Я знаю, что многим она нравится, я не исключение, она хорошая для повседневного макияжа, вообще самое то. В принципе, и объем ресничкам придает, и разделение, и даже удлинение имеется. У этой туши обычная ворсовая щеточка, не буду показывать, потому что она у меня вообще засохла и превратилась в такую палочку. Но в целом тушь неплохая, и когда бывают скидки в каталоге, я ее часто беру. Последнее, что покажу в этой части видео, это будут витамины. Давненько я вам не показывала. В принципе, вот у бренда Urban Formula очень даже неплохие БАДы с хорошей дозировкой. Я периодически беру и вижу эффект. Это у меня был такой классический женский БАД для кожи, для волос, для ногтей. И мне кажется, что действительно результат был. Ногти крепкие, волосы, в принципе, беспроблемные, блестящие. Ну и кожа, как я уже сказала, в декабре у меня прям, ну, меня радует. Вот такие пустые баночки. Надеюсь, что мое видео вам понравилось, оказалось полезным. Если это так, то поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень и очень приятно. А я благодарю всех за внимание. Увидимся во второй части.